Минувшее воскресенье в Тольятти прошел пикет против пенсионной реформы. К выводу, что это ошибочное решение. Было раньше бороться, а не сейчас. А раньше тоже боролись, несмотря на это. Вы наверное, меня знаете, сколько вы поборолись. Сегодня мы проводим пикет против повышения пенсионного возраста, который произошел по решению Совета Федерации. 1 января этого года. Пенсионный возраст повышен на 5 лет для мужчин и женщин по сравнению с тем, что было в советское время. Женщины теперь обязаны выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65. При этом, как показал подробный разбор всей этой аргументации, почему это так происходило, никаких оснований веских для этого не было у правительства. Оказывается, есть и деньги, о которых Путин говорил в своем последнем послании и так далее. Но тем не менее, российский народ решили унизить и отнять у них возможность уходить на пенсию. Вы понимаете, вот то, что повышение пенсионного возраста, оно не мотивировано абсолютно. Да. У нас против проекта. У нас суть проекта донести до людей, ну, то, что пенсионная реформа, она в принципе провальна. Она до хорошего не доведет. И мы вот, получается, пытаемся как можно больше людей об этом оповестить. Цель нашего проекта – переубедить максимальное количество людей против реформы. Проект начался, получается, в начале учебного года, то есть в сентябре начался, и закончится он в мае. Ну, в начале мая, в конце апреля он будет закрыт. Да, у нас будет презентация, у нас будут, получается, судьи, будут школьники, мы перед школьниками его представим в нашей школе. Я считаю, что это антигуманно по отношению к людям, да. Что сейчас проблемы и так с работой, и со всеми, и со здоровьем людей, что люди не выдержат этого. Кто Самарскую область в Государственной Думе? Безобразие, конечно. Кто будем помнить их имена, и президент должен ответить. А на этом сегодня все. Всего хорошего. Подписывайтесь на записки горожанина. Пока!